Главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова поздравить вас с этим профессиональным праздником. Крепкого здоровья, чтобы тыл ваш семейный всегда ждал вас с улыбкой, с теплыми словами. Заместитель главы городского округа по территориальной безопасности Виктор Семин поздравил оперуполномоченных городского округа со 106-й годовщиной со дня образования уголовного розыска в системе МВД России. Он отметил, что те, кто служит в уголовном розыске, всегда на передовой линии закона и правопорядка, днем и ночью раскрывают преступления, рискуя собственной жизнью. Начальник МО МВД России Щелковской полковник полиции Владимир Катков также поздравил личный состав уголовного розыска с профессиональным праздником. Вы молодцы, что вы выбрали именно эту работу, именно эту службу, потому что я считаю, что это служба основная в полиции. За добросовестную службу и большой личный вклад в совершенствование системы оперативно-розыскной деятельности сотрудники уголовного розыска были награждены ведомственными наградами, почетными грамотами от главы городского округа Щелково Андрея Булгакова, ценными подарками и цветами. Анна Наприенко, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.